за них родных, желанных, любимых таких. Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Первая песня этого вечера «Синий платочек» – такая же жизнеутверждающая, как и все военные произведения. А как иначе идти в бой, навстречу с врагом, а может быть и с самой смертью, если не верить всем сердцем, что беда минует? В пятницу состоялся торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны. С наступающим праздником собравшихся поздравил губернатор Павел Коньков. Сколько бы лет ни прошло, память об этом величайшем событии должна оставаться в сердцах всех граждан нашей великой страны. Вашими усилиями сохраненные, вашими усилиями защищенные в те страшные 40-е годы. Тосты за Родину, за победу, ну и, конечно, за тех, кто не вернулся с полей сражений. Каждый ветеран не понаслышке знает, какой ценой завоевано мирное небо. А потому 9 мая, даже спустя 72 года, святой праздник. День Победы буду встречать со своей семьей, со внуками, с правнуками. Вспоминать буду своих родных. Сегодня ветераны играют большую роль в воспитании подрастающего поколения. Ведь никто, кроме них, уже никогда не сможет рассказать всю правду о тех трагичных для страны годах. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.